Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков и предлагаю посмотреть, какие новости у нас в чате Диего. И можно отметить, что количество участников в группе Диего уже превысило 13 тысяч человек. И вот сообщение от Диего за 17 июля, то есть за вчера, что я порезал руку, причем он даже отметил всю руку. Привет всем! И у меня тут кое-какие личные проблемы. Я нормально, но мне нужно ехать в Эквадор сегодня или завтра. И вот здесь он пишет, что нужно ехать в Эквадор, потому что бабушка моей жены умирает, и мы едем на похороны. Ну, тут начинает народ выражает соболезнования. Диего говорит: «Окей, спасибо». Вот здесь я не понял. «She have, but only works your heart». То есть у нее что-то есть, но у нее работает только сердце. Это о состоянии бабушки или о чем? Спасибо, семья. У нас есть Wi-Fi в доме, поэтому будем на связи. Мне нужно брать билеты. Надеюсь, на сегодня взять. И это будет примерно неделю. То есть поездка, насколько я понимаю, займет около недели. Спасибо за понимание. И дальше он пишет: в августе я должен быть там. Там не очень понятно где. В августе в Дубае или все-таки в Эквадоре? Дальше он пишет, что: ребята, я не могу сейчас думать ни о датах, ни о чем. Мне нужно быть с моей женой. Гарри, пожалуйста, как бы поставь себя на мое место или учитывай мою ситуацию. Типа, не задавай лишних вопросов. Семья – это для меня приоритет. Как только у меня будет время, я выйду на связь. На данный момент ничего нового, ничего не изменилось. Компания также находится в процессе реорганизации. Только в этот раз меня не будет в Мадриде, вот и вся разница. Платежами занимается Агам. Меня не будет примерно неделю или 10 дней. И вот ему пишут, что нам хотелось бы не только платежи иметь, но мы хотели бы, чтобы вы руководили грамотно компанией, чтобы она работала много-много лет. И Диего пишет: да, я знаю, я там буду. Короче, мне надо идти. Больше ничего не могу вам сообщить. Свяжусь с вами оттуда, из Эквадора. Но в любом случае, вы тоже моя семья. Так. Его спрашивают, когда вернетесь. Он пишет, через неделю примерно. И вот Алекс пишет, что: Диего, у нас кроме тебя никого нет. Ты наша последняя надежда. И Диего пишет: да. Но мы будем оставаться на связи. Разница только в том, что не из Мадрида. Так. Я буду там. Не очень понятно, где там. В Эквадоре или в Дубае. И он здесь пишет: но я хотел бы объяснить всем. Что именно он хотел бы объяснить? Спасибо за все, народ. Это честь для меня иметь такую семью. Спасибо. Ему тут пожелали хорошего дня. Он пишет: я бы хотел, чтобы этот день был хороший, но на самом деле он там печальный, трагический, ужасный, horrible. Так. Крутим дальше. Так, тут какое-то удаленное сообщение.
мы никогда не говорили, когда в августе, то есть даты. Хотя, на самом деле, на прошлой неделе там проскальзывали какие-то даты, типа 15 августа или что-то наподобие. И первыми будут люди, которые приедут ко мне на обучение, who has my training, или будут у меня обучаться. What's the difference? Типа, какая разница? I will work from there. All stay the same. То есть, наверное, его спросили про Дубай. То есть, если он будет в Дубае, как же он тогда будет там с народом общаться? И вот здесь Диего даже оставил голосовое сообщение. People, the unique difference is I will connect from Ecuador, not from Spain. I will work from there, not from here. I will still working from there, people, and as soon as I have some news I can share, I will share. Now I can share a lot of things, but we are working, we are closing, we are having a lot of stuff doing, but I can speak about that. We are good, but my problem is I need to be with my wife, and I will travel, but I will be back soon, and I will have my phone there. Ну, в общем, Диего говорит, что мы на самом деле работаем, работа ведется. Единственное, я не все имею права рассказывать о том, что делается. Я буду в Эквадоре и, собственно, буду как бы на связи из Эквадора, а не из Мадрида. В этом только разница и состоит. Так. Дальше опять пишет, что компания находится в процессе реорганизации. Как только они закончат, все, ну, начнут с нуля. То есть начнут, типа, начнется Квестра 2.0, скажем так. Тут опять какое-то удаленное сообщение, что типа это моя проблема на данный момент, я не могу об этом рассказывать, но я сделаю, когда смогу. Так, вот еще одно голосовое сообщение. People, for me was more easy, don't tell nothing and go, but I'm share part of my life with you. I will still working, I will still doing things, but from different country, because a big bad situation. Please put in my place and understand me, please. Ну, он говорит, что в принципе, принципиально, скажем так, ничего особо не меняется, потому что, ну, тут он вещает из Мадрида, а будет вещать из Эквадора. То есть вам-то, собственно, какая разница? Благодаря интернету сейчас можно в любое время оставаться на связи при желании, да? Был бы только интернет. Так, тут что-то... А, ну, спасибо за соболезнования. Так. Так. Я вернусь в течение недели. Это не так уж и много. Спасибо. Так. Так, некий пользователь Израиль написал: «Мистер Диего, там, сожалею о вашей утрате, спасибо за ваши усилия вернуть компанию к работе, и я думаю, что будет большое облегчение для всех в августе, я один из директоров, но вся эта ситуация для меня была очень непростой, потому что многие люди инвестировали деньги». Но я надеюсь, или я уверен, что по Божьей милости наша семья вернется, и работа начнется с новой силой. Там спасибо, и Господь благословит. И Диего ему отвечает: да, я понимаю твою позицию, ситуацию, и я буду здесь, и я, как никто другой, хочу, чтобы, ну, оставаться сильным для моей семьи.
но я буду здесь. Ну, имеется в виду, наверное, здесь, то есть в чате, и оставаться на связи. Тут что-то его спросили, и он пишет, я уже писал не задавать вопросов, я удаляю и блокирую пользователя. Пожалуйста, проявляйте уважение. И на данный момент больше никаких сообщений от Диего нет. И, наверное, вы в курсе, что в Москве есть группа инвесторов, которые настолько верят, что вывод состоится именно 1 августа, что они сделали на стене своего офиса вот такой плакат «До вывода осталось столько-то дней». И, собственно, каждый день они просто меняют цифры, то есть включили так называемый обратный отсчет. С чего они взяли, что вывод должен состояться именно 1 августа, потому что даже мистер Диего эту дату 1 августа не называл. Но вот они себе в голову это вбили и абсолютно в этом уверены. И мне стало интересно, какие комментарии пишут люди к этой фотографии. Разместила эту фотографию на своей странице Татьяна Тарантаева. И вот Татьяна Калатыгина пишет: «Татьяна, вы очень смелая женщина, я восхищаюсь вами». А Татьяна отвечает: «Меня команда поддерживает». Дмитрий: «Главное, чтобы открыли». Татьяна: «Откроют по-любому». Александр: «А то польют все грязью Татьяну». Дмитрий: «Лайк». Мария: «Да, уже и не верится. Если откроют, это будет чудо». Да, вот интересно, господа, если 1 августа вывода не будет, то как вы дальше будете считать? Минус один день, минус два дня, минус три дня и так далее, что ли? Ну, в общем, как видите, народ настроен позитивно и абсолютно уверен, что вывод откроется ровно через 12 дней и не днем позже. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.